125-124, Москва, Радио России, рок-интенсив, Всеволода Боронина. И напоследок два маленьких, если так можно выразиться, объявления. Во-первых, я очень хочу поблагодарить все группы, приславшие и продолжающие присылать нам демо-ленты. Если они не проигрываются в эфирах рок-интенсива или сумерок человечества, по меньшей мере, наидостойнейшие из них обозреваются в журнале «Крах». Итак, в номере 4 из отечественных команд будут обозрены демо-ленты следующих групп. Готик Кэстл, Том Кэт, Гитлер, Дроун, Макабр Годлас, Адольф Кастл, Агрешн, Дамаск, а также группы из братской Германии под названием «Постмортем». Специальное обращение к ребятам из группы «Кувалда», которые, надеюсь, сегодня меня слушают. Мы печатаем рецензию на ваше демо, но мы, к сожалению, потеряли ваш обратный адрес в результате несчастного случая. Так что будьте добры, если вы слышите нас, ребята из группы «Кувалда», вышлите нам свой адрес, а номер журнала уж мы для вас гарантируем. Мешалка! Бетонная мешалка! Пускает стекла! Бригада строителей! Берется на глаз! Караб Петрович в доску пьян! Спать устроился в мешалке! Электрик стоп опустошал! На бетонной староварке! Бригада строителей, берет самогон, бетон на мешалке, кровавый раствор. Тесто с мясом хорошо, здесь уже перемешалось этим вкусным пирогом, вся бригада объедалась. Бетонная мешалка, алкоголизм, бетонная мешалка, каннибализм.